Можно ли их объединить? Конечно, ведь этому славится художественная гимнастика, спорт, в котором изящность и красота идут рука об руку с ловкостью и силой. Об этом прекрасном сочетании мы и расскажем в сегодняшнем выпуске передачи «Альметьев спортивный». Ведь сегодня мы находимся на турнире по художественной гимнастике на призы компании «Татнефть». Художественная гимнастика – единственный олимпийский вид спорта, который подарила миру наша страна. Сегодня российские спортсменки достойно выступают на соревнованиях и турнирах разных уровней. Художественная гимнастика – это выполнение под музыкальное сопровождение на ковре 13 на 13 метров в комбинации из танцевальных, акробатических и хореографических движений, которые образуют слитные связки, визуальные образы и формируют законченную художественную композицию. В нашем городе художественная гимнастика стала развиваться совсем недавно, с 2016 года, но уже успела стать достаточно популярной. Популяризацией этого вида спорта в основном занимается спортивный клуб «Виктория», который и стал организатором турнира. Особенности в этом году действительно есть, потому что мы получили очень большое количество заявок, и это не может не радовать, то, что дети хотят к нам ездить, то, что мы нравимся детям. И, конечно же, мы будем стараться с каждым годом принимать все больше и больше юных и совсем уже взрослых гимнасток. Второе раз они брали красоты и грации. Рад, что вы до нас доехали традиционно. Соревновательно то, что гимнастика дает огромное количество положительных эмоций. Традиция проводить подобные турниры еще совсем молодая. Соревнование проходит в Альметьевске второй раз. Но, несмотря на это, на него заявляется множество спортсменок. И цифра только растет. Если в прошлом году на турнир приехали около 300 участниц, то в этом году количество выросло до 500. Художественная гимнастика – это красивый вид спорта. Крутые элементы, несколько предметов. Для меня это просто удовольствие, потому что он мне Участие в соревновании приняли представительницы различных школ художественной гимнастики. В Альметьевск приехали гимнастки из 9 городов России. Программа соревнований включала выступления спортсменок от 3 до 16 лет. Для кого-то из них это лишь первые шаги, другие уже сейчас претендуют на статус профессиональных спортсменок. У нас выступают совсем малышки от 3 лет, которым совсем-совсем только исполнилось 3 года. И уже вполне состоявшиеся себе девочки, кандидаты и мастера спорта. Гимнастические танцевальные упражнения спортсмены нередко выполняют с различными предметами. Булавами, лентами, обручами и мячами. Они редко и используют несколько предметов одновременно. На этом турнире спортсменки могли выступать как с различными предметами, так и без них. Здесь наибольшей популярностью пользовался обруч. А вообще на крупных соревнованиях мирового уровня выступления без предмета не проводятся. Современные композиции достаточно сложные, включают множество акробатических движений, каскады прыжков, серии различных сложно-координационных связок из поворотов, прыжков, равновесий. Иногда гимнастические элементы сочетаются с сериями бросков предметами. У нас групповые с обручем. В следующем году будем брать булавы. Кроме того, у гимнасток была возможность выступать как с индивидуальным, так и с групповым номером. Поэтому на турнир приезжали целыми командами. Выступления оцениваются по 20-бальной системе. Обращают внимание прежде всего на технику исполнения. Существуют надбавки за сложность и уникальность элементов. Также оценивается элегантность, стиль, точность линий, легкость выполнения упражнений. При этом нельзя не отметить тот факт, что художественная гимнастика, точнее оценка результатов выступлений, вещь крайне субъективная.
Художественная гимнастика привлекает не только зрелищными выступлениями, но и эффектным видом спортсменок. Каждая тщательно подходит к выбору своего образа. Костюм, прическа, макияж – все это создает образ гимнастки и, как ни парадоксально, даже влияет на оценку судей. Именно поэтому каждая деталь образа прорабатывается художницей совместно с тренером и хореографом. Мелочей в этом виде спорта нет. Купальник – это первое, что бросается в глаза, стоит лишь спортсменке выйти на ковер. Купальники для художественной гимнастики яркие и многоцветные. Для их украшения используют всевозможные принты и вставки – рисунки, блестки, пайетки. Таким образом, с помощью купальника удается подчеркнуть внешние достоинства спортсменки и особенности программы. Расскажи о нем. Он мне очень нравится, и у него очень много блесток. Он персиковый с серебристым. Ты сама его выбирала? Я его сама выбирала. А кто вот такую прическу вам делает? Кто вас красит? Для того, чтобы блистать на ковре, важен не только наряд, но и техника. А ее залог – это регулярные занятия. Каждая тренировка начинается с разминки, в которую входят общеукрепляющие упражнения и упражнения на растяжку. Кроме тренера, на занятиях обязательно присутствует и хореограф. Ведь без хореографии невозможно создать художественную композицию. Большое значение в художественной гимнастике имеет музыка. Кроме того, что она оживляет тренировку, она еще и воспитывает в девочках чувство ритма. Ряда тренировок и успешных выступлений – заслуженная награда. Победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями и дипломами. Также каждая участница получила памятный подарок. Сегодня это все. Впереди еще много событий из мира спорта, о которых мы обязательно расскажем в следующих выпусках передачи «Альметьевск спортивный». До новых встреч!